То, каким ярким может быть праздник без спиртного, уже доказали в Ангарске. Там отметили 67-летие города. Главным событием дня стал карнавал. Но прежде жителям и гостям города нефтехимиков нужно было добраться до центральной площади. И вот первый подарок к празднику. Проезд в трамвае в этот день сделали бесплатным. В самом шествии приняли участие более 10 тысяч человек. Работники сферы здравоохранения, образования, коммунальщики на день сняли привычную униформу и облачились в оригинальные костюмы. Мэр города тоже не стал отлынивать от переодеваний. Но прежде всего ему отрезали галстук. Огорчаться и гневаться градоначальник не стал, ведь это традиция такая, означающая, что власть над Ангарском взял господин карнавал.